Здравствуйте, я продолжаю обзор. Мы остановились на страничке с помадами и блесками. Вот про эту помаду я уже говорила, про помаду-карандаш, что вроде бы она суховатая по отзывам. А вот такой блеск «Абсолютный поцелуй» в первом каталоге стоит 129 рублей, здесь 149, цена дороже. У меня был один оттенок розовый плюш, и мне он, в принципе, нравился, но... у него потом стало вот здесь вот вылезать немножко блеска, что мне не понравилось, это раз. А во-вторых, то, что, ну да, это, наверное, была основная проблема, и цвет все-таки с каталогом не совпадал, это был розовый светлее. И вообще многие оттенки и блесков, и в том числе вот этих вот с эффектом объема блесков, не совпадают с каталожными. Так, еще губная помада с эффектом объема. У меня было несколько оттенков, мне не понравилось, потому что они у меня все сломались, сами помады. Не знаю почему, потому что они очень мягкие, и поэтому вот так вот получилось. И вот такие бальзамчики, нежный цвет, могу их посоветовать. У меня и у мамы были они. Здесь они 179 рублей. Оттенки, опять же, не совпадают с каталогом. Розовый — это просто прозрачный с немного розовинкой. Ред у меня был телесный, тоже в розовый уходит. В общем, они не совпадают. Так, дальше у нас страничка карандаши для глаз. Цены на них стандартные, средние. В первом каталоге цены дешевле. Дальше идут у нас, значит, тональные средства, пудра, румяна, все такие же цены стандартные. Стандартная страничка идет. В Color Thread обновление 4 оттеночка в честь 14 февраля. Это у нас красненький, розовенький, такой нежно-розовый и телесный. Кому нравится эта серия, советую. Еще тюбик такой красивый, но мне не нравится, поэтому я себе такие оттенки приобретать не буду. У меня было вот из основной серии две помады, и больше я не хочу брать их. Дальше все так же такие же цены стандартные, Color Trend. Не очень я люблю эту молодежную серию, поэтому я ее перелистываю, но кому нравится, конечно, берите. В Clear Skin серии появилась новая пенка для умывания фиолетовой, в фиолетовом тюбике для проблемной кожи. Тоже не скажу, что в восторге от этой серии, но можно, конечно, брать для разнообразия. Дальше. Вот это самый главный для меня, наверное, разворот. Вот это вот набор кружек «Признание в любви». Собираюсь убрать своему мужу на Новый год две эти кружки. Конечно, цена у них 399 рублей. Большая, я считаю, довольна. Но мне что понравилось, что оригинальный, когда наливаешь, и здесь сердечко такое появляется. Вот, буду брать обязательно. У меня муж любит кружки, вообще любит такие подарки полезные. Думаю, ему понравится. Возьмем себе по одной из этих кружек, потом решим, кому какая. То есть эти кружки я планирую брать ему на Новый год. Мне они очень понравились. Дальше идет все стандартно, как всегда. На 14 февраля все те же самые подсвечники, свечки, все это уже было. По обычным довольно высоким ценам. Дальше идут сердечки. Это брелки. Тоже можно присмотреться, недорого будут брелки по 150 рублей. Можно один подарить, другой себе оставить, или оба подарить, и тот кому-то подарит, своему возлюбленному или возлюбленной. Также кулон здесь в виде сердца, но я ничего себе такого приобретать не буду. Дальше идет вот такая сумка. И кошелек также, но он здесь 299, а в первом он стоит 199, точно это помню, потому что отправляла возврат с этим кошельком, не забрали у меня его. Сумка, на мой взгляд, не знаю, мне она, в общем, не понравилась. Какая-то она не повседневная, куда-то с ней выйти там покрасоваться, это не знаю, стоит ли она этого или нет. Ну, конечно, кому нравится, можете брать. Я никого никогда не отговариваю. Дальше идут вот такие сердечки. Такие наборчики с сердечком, вот это вот, значит, украшение на обувь, здесь две штучки в комплекте идут, на обе туфельки можно, или как брошки использовать, или на сумку, вот такие варианты. Дальше идет кольцо золотистое, не очень я люблю золотую бижутерию Вейвен. Так, дальше у нас идут птички, птичка также, здесь собачка с кошечкой, цена 249 рублей. Новая бижутерия, опять же, в голубом цвете, в золотистом оттенке, в серебристом, сумка, браслеты, на мой взгляд, дороговато, 300 рублей, и сумка тоже 1200, мне что-то не понравился совсем этот дизайн. Дальше коричневая сумка, опять же бижутерия по нормальным, в принципе, ценам можно присмотреться. Вот такая новая бижутерия, это у нас, значит, серебристо-розовая, розовенькие бабочки.
Вот такие. Камера не очень передает здесь цвет, но они с розовым. В общем, серебро с розовым. Цены доступные здесь. Можно тоже присмотреться, кому нравится такая тематика. Дальше детская серия идет. В детской серии мне что понравилось, вот эта вот пенка очень, средство для купания, вернее. Счастливый малыш, здесь 370 мл и стоит 219 рублей. Новинка такая, мне понравилась, буду брать своему малышу. Так, дальше, распродажная страничка, здесь, как мне показалось, цены не совсем распродажные, мне они не понравились. Но только вот к блеску прозрачному можно присмотреться, у меня брала его клиентка, очень хвалила именно из старой серии. Из новой будет 150 рублей и 90, есть разница, довольно прилично. Так, дальше, что у нас здесь, такая бижутерия, парфюмерная вода без распылителя идет. Серия, это у нас, значит, благотворительная, из нее редко я что беру, поэтому вот брала подвеску, у меня она сломалась за 50 рублей. Очень быстро, наверное, в первую же неделю, поэтому не советую. Дальше идет серия Planet Spa. Здесь такой же аромат остался, как и раньше был в старом оформлении. У меня была маска такая и для лица, и для волос. В принципе, нормальная, но второй раз брать и третий не буду. Очень нравится вот эта маска «Секреты Египта». Могу ее посоветовать. Хорошая маска-пленка. Одирается иногда с трудом, иногда очень хорошо, но результат действительно чистая. Кожа мягкая, нежная. Вообще очень понравилось. Результат понравился. Цены здесь стандартные. Также «Сокровище мертвого моря», мне здесь не нравится аромат. Дальше вот это вот «Непревзойденное питание» была серия в подарок. Очень пользуюсь часто кремом для рук, нравится аромат на ночь, в основном довольно плотный, питательный. Так, что здесь еще у нас? «Безмятежный сон» ночная серия. Дальше идет «Энью». Люблю вот эту серию, у меня ночной крем. В основном остальное не беру, антивозрастное перелистываю. Solutions серия, наборами здесь будет выгоднее, 359 рублей. Тоже не очень люблю эту серию. Мало что в ней люблю. Поэтому просто показываю, какие здесь цены. Naturals, вот эта вот серия, ничего я не брала. Цены здесь стандартные. Дальше тоже вот Naturals идет. Мне очень понравился вот такой вот крем питательный для лица, молоко и мед. Мой фаворит, сейчас часто им пользуюсь. Можно присмотреться к нему, он как увлажняющий идет и питательный, быстро он впитывается и не оставляет никакой нелипкости за собой, прекрасно на него тональное средство ложится и очень мне нравится, приятный аромат для меня больше меда, ну и молочного тоже что-то такое есть. В общем, вот это, из этой серии советую вот этот крем, вот эта серия мне не подошла с моей нормальной кожей, возможно комбинированный жирный подойдет. Здесь мне тоже что-то я брала, по-моему, вот это очищающее средство не понравилось. С персиком ничего не брала. Дальше идут шампуни большие, 700 мл, 159 рублей. Natural серия. За 69 рублей маленькие шампуньки. Как-то у меня они особых восторгов тоже не вызывают. У меня был с малиной, еще какие-то два, вот такой, по-моему, такой растительные были. Обычно как-то о них мнение, не знаю. Больше брать не буду, потому что и толка не вижу. Как-то мнение у меня о них, ну я говорю, такое никак вообще. Ароматы приятные, то эффекта особого я не замечаю. Так, это у нас значит, что на любое за 99. Здесь наборчик ваниль идет 249. Средства очень дорогие в этом каталоге. За 135 даже рублей, хотя бывали за 99 для интимной гигиены. Не советую. Дальше опять Skin So Soft серия. Foodworks идет серия, которую я тоже не очень люблю. Хорошая цена здесь, 75 рублей меня берут. В принципе, неплохой скраб морской, остальное так. Не могу посоветовать. Вот это я пока не пробовала, но очень хорошая цена, 109 рублей. На вот эти вот средства для волос. Advanced Technics дальше серия, которую я тоже, опять же, не очень люблю идет. Краска не пробовала. Вот новинка интересная, это у нас Kia, приятно пахнет, на самом деле шоколадом пахнет, по мне так, здесь лосьон 400 мл, большой, хорошая цена, крем для рук и крем для лица. Кому нужны такие средства, присмотритесь, очень приятный аромат и красивое оформление, даже не новогоднее, а зимнее, наверное, зимнее оформление. Здесь стандартные цены, крема для рук за 59 рублей, как обычно. Серия Kia. Дальше у нас бальзамчик, крема,
Валка. Вот такое новое оформление лосьона Авиас Ромашка. Как всегда придумывают ему новое оформление. 750 аж миллилитров здесь. Дальше 2 за 220. Либо гель для душа. Так, переверну. Гели для душа. Шампуни Advanced Technics 400 миллилитров. И пена для ванны с розой. Приятный аромат розы. Хорошая. 500 миллилитров здесь. Дальше идет наборчик за 5 средств за 299. Если вам нужно, тоже посмотрите. Вот такие тут наборчики. Также пробник здесь есть. И гели для душа за 59 рублей. Всем спасибо за внимание. До свидания.